Вопрос номер 9. Какая пища может поднять энергию человека? Я считаю, что энергию человека может поднять только монопища. Какая-то вода, а также яблочко, а также там отдельно не сваренное, а сырое что-то. Вот орех можно съесть. Или можно съесть какую-нибудь приправу, специю, травинку, если это монопища. То есть отдельно куркуму, отдельно кориандр, или отдельно огурец, или отдельно помидор. Это продукты, которые находятся отдельно. Это продукты, которые попадают в ваш рот в виде монопродукта. И вот данный продукт, который... Можно кашку, которая сварена без масла, а просто с водичкой и без соли. Потому что в монопродуктах, в которые ничего не добавлено, это монопродукты, из которых черпает человек огромную энергетическую силу. Но есть одна тайна. Для того, чтобы продукт или монопродукт отдал вам силу свою, необходимо знать, что в тот момент, когда вы едите такой продукт, вы должны представлять, будто в этом продукте вы видите солнце. Если вы будете брать каждое утро, съедать яблоко, в котором вы будете видеть солнце, это яблоко будет заряжать вас энергией на весь день. Такое солнце бессмысленно представлять в случае, если есть борщ или суп, или там оливье и так далее, так как это уже смешанные продукты. Но в случае, если вы пьете воду, представляете солнце, если вы едите яблоко или огурец, представляете солнце, то вы в дальнейшем можете ощутить на себе ту энергию, которая сделает вас энергетически, физически сильными. Дальше. Я ответил на вопрос, какая пища может поднять энергию. Ответ: монопища, вода, яблоко. В одном экземпляре, если в нем представить солнце и съесть это в одном экземпляре, допустим, огурец, в котором солнце, яблоко, в котором солнце, дальше там виноград, в котором солнце и так далее, даже вино, в котором солнце. Это все является монопродуктами. Если съедать монопродукт, в котором солнце, то это дает человеку яркую энергию, особенно если это что-то сырое, не вареное. Дальше.